Costumul național este un element cheie al culturii și modului de viață al unui popor. Pentru găgăuzi, hainele naționale sunt o mândrie. Ele se deosebesc prin sobrietate, nuanțe întunecate, dar în același timp detalii sofisticate, brodate cu mare maestrie. Наш гагаузский костюм не принял их яркость. Истоки, корни вот костюма очень мало изучены. Astăzi, costumul național găgăuz este purtat de către localnici la festivaluri sau alte evenimente culturale. Шляпа это гордость мужчины. Тут же цветок также должен красить человека. Обязательно цветочек с левой стороны у мужчины. У женщины с правой стороны. Это платье называется чукман. Дома тканина. Вот надо отметить, что начиная с грязной шерсти, вот это все руками женщина почистила, спряла, покрасила, выткала. Вот это все вручная работа. Un element aparte al costumelor naționale găgăuze sunt rochiile de mireasă, care sunt total diferite de cele moderne. Где-то до 70-х годов 20-го века это были разные цвета, может быть голубой, небесный цвет мог быть, салатовый, красный. Раньше молодые девушки как бы посветлее цвета носили. Платок, может быть, завязала еще как бы пооткрыто. А когда уже замуж вышла, уже чуть-чуть позакрывала платок, и одежда уже потемнее, уже видно, что замужем. Frumusețea costumelor tradiționale găgăuze poate fi admirată la sărbătorile naționale precum Hederles sau de Ziua Vinului.